Ми-5 что говорят? Ничего. Думаете, угроза серьезная? Угроза как угроза. А план? Вот и проверим. Щенок или как? Ой, нет. Не три глаза. Так и ослепнуть можно. Ну, поэтому и трушь-то не хочу это все видеть. Мама, можно я еще посплю? Нет. Давай, вставай, завтракать будем. Что вот это мой последний завтрак, а потом меня Басову поведут на расстрел. Да нет, что ты. Обуться я бы тебе всегда разрешил. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Есть информация, что некой, пока неизвестной нам коммерческой структурой, в России из Англии неустановленным способом будет ввезена некая биологическая субстанция, а именно небольшая партия трансгенного овса, зараженного модифицированным вирусом сибирской мозаики. Если это зерно попадет в почву, то уже через пару лет регион размером с Краснодарский край превратится в планету Марс. Сельское хозяйство живет на усах, закончится, люди тоже. Партия зерна небольшая, чтобы не засветиться на таможне. Ввозиться в страну может не каким-нибудь небольшим контейнером, типа термос, чтобы поддержать температуру и влажность. При чем здесь я? Мне почему-то кажется, Михаил, что престиж и безопасность страны для вас не пустой звук. Вся известная нам информация об этой посылке здесь. Фейк, бейб. Прелесть какая. Вообще уверены, что это информация, а не кто-то с вами флиртует по СМС? Зерно будет отправлено в ближайшее время. Откуда неизвестно. И это уже не шутка. Это очень серьезная проблема. 10 000. Это для Родины. А, ну да, я же Родину высоко ценю, значит, 15. Некая Алиса Загорская, студентка Вестминстер колледж. Получает некий конверт от некоего лица, известного Ми-5, как сотрудник посольства Российской Федерации. И бог его знает, какими еще функциями они наделяют это лицо. Ну, очевидно, что засветиться на фото с таким человеком нехорошо для девушки с учебной визой. Если, конечно, она не жаждет славы Анны Чапман. Ведь неинтересно. Вот тогда так. Паша скучает. Хочет помириться. В одной моей руке твое правое яйцо, в другой левое. Можешь выбрать, какую руку я сожму. А можешь оказать мне услугу, послужить Родине. Я хочу увидеть брата. Непременно. Найди мне эту овсянку. Никогда не думал, что буду говорить об этом всерьез. Принято считать, что овсянка – национальная английская каша. Это не так. Это шотландский завтрак, который надменные англичане презирали, как и все шотландское. Любимым блюдом скотов англичане кормили лошадей.
Шотландцы и сами бы не прочь есть на завтрак устриц, тем более, что их лохфайнские известны на весь мир, но на одном белке не протянешь. Вот разнообразили подножным кормом, то есть овсом. Англичане признали овсянку в тот момент, когда их печень и желудок перестали выдерживать полноценный английский завтрак. Яйца с беконом, тосты, сосиски, кровяная колбаса и бобы. Русские не понимают, как можно делать культ из серовато-желтой жижи, пусть и богатой клетчаткой. Англичане в ответ не понимают, как можно гордиться холодцом, игнорируя тот факт, что это застывший холестерин, на приготовление которого убиваются сутки. Впрочем, в разговоре об овсянке не стоит забывать тот факт, что старая добрая Англия уже давно миф. И многие тут начинают утро с кокаина, замешанного в энергетике. У тебя не только слипнется, у тебя каменеет. Я вот не понимаю. Мишка говорит, был в Мексике. Угу. А ты был в Мексике? Приходилось. Как оттуда можно вернуться бледным, как мертвая моль? Я вот нашел онлайн тесты по английскому языку. Можешь приступать к занятиям прямо сегодня, с первого дня. Тебе 2-3. Ушел? Степан! Малыш, это что? Ну, если закрыть глаза на то, что это молекулярно приготовленная овсянка, то это Биг Бен. А? Мы там поцеловались первый раз. Мы не там, поцеловались первый раз. Да пофиг, так романтичнее. Доброе утро. Я в душ. У тебя все в порядке? Да. Доброе утро. Привет. Чай есть? А то после фирменных завтраков от Брикмана хочется выпить темзу. Что это у вас? Углевод. Похоже на кашу. Вы готовите ее в кофеварке? Я использую любые доступные ресурсы для решения задач. И мне жалко тратить время, отвечая на очевидные вопросы. Александра – маньяк эффективности, а еще социопат. Это как это? Это когда положить на то, чтобы быть с другими милой. Ты, кстати, отлично выглядишь. Тебе очень идет. Это же мое платье. Я знаю. Я взяла его в твоем шкафу. Какого черта ты надела мое платье? Нет, я все понимаю, но платье придется снять. Не вопрос. Нет! Ты ставишь непоследовательные задачи. У меня через час зачет. Но если дел нет, я поехала. Терпи, дела есть. Все по плану, все в срок. Не подведем. Кроме вас, график есть интернациональ. Но и трибуны должны быть инспектированы на полную безопасность для... для публики. Простите, Оливье, но мы работаем по мировым нормативам. У нас все сертифицировано. Сколько мест трибун? Ну, этот стадион 30-тысячник. И вы лично можете гарантировать безопасность для каждой жизни? Вы? Вы? Но? Мертв. Виктор Сергеевич, у нас все строго по нормам. Строго по нормам. Я знаю, вас знаю. Мишень, тут что-то не то. Если бы это действительно был вопрос национальной безопасности, то нас бы на километр не подпустили. Я за что купил, зато и продаю. Кстати, я продаю. Гонорар у нас будет? А если повезет? Зачет через 40 минут. Придется выбирать. Ненавижу тебя. А спецсредства нам уже дали? Какие? Взрывающиеся ручки, невидимые наручники. Очки с фотоаппаратом. Мы же шпионов ловим. Мой юный друг, пока, к сожалению, только девушка-бомба.
Привет. Вы сказали, Миша придет. Неправда. Я не так сказал. Вы меня обманываете. Вы не поверите меня с Мишей. Кто вы такой? Что вы хотите? Я тебя не обманываю. Я действительно собираюсь помирить тебя с Михаилом. Но подожди еще чуть-чуть. Вы врете. До завтра. А где Миша? Миша сейчас в Манчестере, у вашей мамы. Он завтра же будет здесь. Я лично покупал ему билет на поезд в Лондон. Я бы сам не стал с тобой возиться. Но я друг Михаила. А он, как видно, тобой очень дорожит. И если держать тебя здесь — вопрос твоей личной безопасности, то я буду держать тебя здесь. Я в опасности? Миша сам тебе обо всем расскажет. Завтра? Завтра. Бабе — это ребенок, правильно? Да. Так. И они подразумевают, что зерна — это дети овса, что ли? Глупость какая. А диез зачем? Это не диез, это хэштег. Ты же чего? Не берите в голову. Нашла два упоминания, связанных с Россией, по хэштегу. Выведи. Ну ладно, объясните по-русски-то. Степан, все просто. Мы ищем совпадения в социальных сетях. Ну? В первом случае данное словосочетание употребляется в контексте благотворительной организации, которые поставляют гуманитарные грузы с детским питанием в нуждающиеся регионы. Но несколько коробок из партии были просроченными, и пресса раздула большой скандал. А во втором случае речь идет об агентстве невесты из России. Но обиженный бритиш посчитал, что невеста его совершенно не любила, а любила только его деньги. Вот такая невеста нехорошая. Как будто другие невесты бывают. Вот, будем считать, что я понял. Все. Александр молодец. Ну что, Олежек? Займешься благотворителями? Да. А что надо делать? Съезди по адресу, осмотри товар. Маши кошелечком, пообещаем что-нибудь. Придумай. Смешать, но не взбалтывать. Да. Я верю в тебя. Алис, ну а ты по профилю? Что? К невестам. А с каких-то пор это мой профиль? С этого момента. 40 миль железнодорожного полотна без движения. Сообщение между Манчестером и Лондоном оказалось под угрозой. Транспортный коллапс. Вот цена забастовки сотрудников национальных железных дорог, продолжающихся. Сейчас в Манчестере, у вашей мамы. Привыкшие ездить поездами уже несколько дней вынуждены искать альтернативные способы добраться до Лондона и выехать из него. Он завтра же будет здесь. Я лично покупал ему билет на поезд в Лондон. А это что? Это я вам ссылку на сайт невесты отправила. Они на форуме новость вывесили, что сегодня от главного офиса отходит автобус в аэропорт в Москву. В этом автобусе будет несколько женщин, которые приехали через это агентство сюда, к женихам, но не сложилось. Значит, сегодня. Так что, к благотворителям не еду? Саша. Есть две логистические фирмы, которые работают с фондом. У одной из них сегодня поставка груза вечером. Значит, ехать. Ну, а сам? О, началось. Так. Но если обратиться к холодным фактам, то легко можно понять, что ты нам врешь. Сейчас, секундочку. Я готов слушать твой умопомрачительный анализ. Я внизу, подожди. Ну, хорошо. Во-первых, ты уже несколько дней не выходишь из офиса. Ну, а во-вторых, ты принес шпиономанское дело, что само собой комментировать излишне. Соответственно, сопоставив эти два фактора, легко можно понять, что ты вляпался в очередную историю. Я в ней почему-то тоже участвую. Только понять не могу, почему. У меня очень красивые глаза. Как же много люди шума производят. Скорее бы восстание машин, а? Простите, я опоздала. Именно. Я была у врача. Очень жаль. Но я боюсь, что вы уже не успеете написать работу по моему предмету. Я говорю правду. Разумеется.
Если вы все-таки решите сдать мой предмет, вам понадобится официальное письмо от вашего доктора. Конечно. Что? Прямо сейчас? Моя почта. Спасибо. Дайте мне минуту. Доктор Фокс? Здравствуйте. У меня к вам просьба. Вы не могли бы отправить по электронной почте письмо, подтверждающее диагноз, который вы мне сегодня поставили? Что за диагноз? Ну, вы сказали, что у меня... Я не помню, как вы это назвали. Сезонное, симптоматичное... Адрес, на который нужно прислать подтверждение, я сейчас пришлю вам в СМС. 2 минуты. Есть вопрос, Саша. Алиса. Что Алиса? Ты Алиса звонила. Даже не начинай. Ну, ты сама спрашивала, зачем тебе в это вообще впутываться? Знаю. У него красивые глаза. А еще он твой товарищ. Стёп, ну мне же не 15 лет, чтобы вестись на эту наивную манипуляцию. Это на здоровье, но Мишка прав, твой товарищ. То он тебя подослал. Шутишь? Ну да, он бы не стал. Мишка говорил, что в Мексике был. Я вот думаю, врет. Разумеется, врет. Какой-то он не очень товарищ выходит, да? Ну а ты-то? Или как? Привет. Слушай, да, прямо на медицинском бланке? Спасибо. А ты не могла бы меня внести в эту базу невест? Ну, как будто бы я через них в Лондон прилетела. Это опять Алиса, я понял. Просит внести ее в базу невест, Я не спрашивал. У тебя было когда-нибудь такое, чтобы ты чего-нибудь не вскрывала? Я никому не скажу. Мне нужен интерактив. Мне нужно, чтобы ответили с любого устройства, подключенного к системе. Я вот там письмо сейчас написала, червя прикрепила. Но если они оперативно не ответят... Привет, Джейн. Иди ко мне. А если это не софт, сайт, телефон или база? Ты что, конкретно имеешь в виду? Да. Нет, забудь. От Миши? От Саши. Я в базе. Удивительная барышня. Что, я ответила? Спасибо, сказала. Привет. Good afternoon. Здравствуйте. Oh. Times are tough. Да, трудные времена переживаете. Благотворительность не настолько в моде, чтобы дизайнерские ремонты делать. Вы помогаете России, верно? Yes, but не только, но в том числе, да. I'm a Russian. Я русский, и я хочу помочь. You could. Вы можете это сделать. Не пишет ни хрена. Возьмите мою. Are you serious? Вы это серьезно? Вполне. But you haven't signed it.
Здесь не хватает подписи. А я слышал, что однажды вы отправили просроченное детское питание. Это была ужасная ошибка, поверьте. Ответственные понесли наказание. Когда вы отправляете следующую партию? Сегодня после обеда. Прекрасно. Я лично готов осмотреть партию. Хочу быть уверенным, что ужасная ошибка не повторится. Итак, я невеста. Поздравляю. Не с чем, жениха-то нет. 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 Нет, нет, нет. Ладно, согласна, плохая идея. Но у меня есть хорошая. Отвяжитесь от меня! Ни за что, я сказал, ни за что! Оль, ну вам ну ничего не нужно будет делать. Просто постоять и просто помолчать. Я вам все завалю. Я бездарный. Я даже в первом классе был выгнан из драматического кружка. За что? Я им завалил дебют в роли репки. Слушай, Борь, вот представь, что ты спасаешь родину от диверсии. Родина будет перед тобой в долгу. И, между прочим, это очень выгодно. Когда это наша родина отдавала долги? Ну, Борь, ну хорошая Алишка будет тебя уговаривать. Слушай, Боря, ну мы все будем у тебя в долгу. Вы все и так передо мной в долгу неоплатном. Боря. Но вы же наш товарищ, даже друг. Друг? Угу. Ладно. Пойду подберу костюм. Да. Бритиш из провинции, как вы и хотели. Неудачник, небогатый. Ищет русскую жену, потому что местные страшные и все равно на него не западают. Образ продуман до мелочей, как просили. По-моему. О, господи, ну откуда у вас такие вещи? А знаете что? Я сейчас вообще никуда не пойду. Господи, просто настолько продуманный образ, что мы не смогли сдержаться. Да. До ласточки поедем. Должна же быть ложка меда в этой бочке дегтя. Борь, а нет ли случайно у вас какого-нибудь чемодана? Ну, и туда желательно вещи побросать, Жанины. Новые, с бирками. Есть? У тебя же своих нет. А у Жанны дороже. Это да. Этот парень совсем псих. А это ты видел? Говорю же, законченный псих. Ну, посмотрим. Никогда не видел ничего даже близко похожего. Значит, легенда такова. Я уезжаю, вы хотите, чтобы я осталась. Заламываете руки, умоляете. Все в этом духе. Попробуем? Не уезжаю, умоляю. Нет, это никуда не годится. Это очень плохо будет. Я предупреждал, что я плохой актер. Надо представить, что это... Я не знаю, Жанна. Да.
Так, ну все, я пошла. Надо было прикатить в Лондон и ездить на раздолбанной пятерке. Ностальгирует он. Душа у него русская, тачка у него русская, еще и бабу русскую решил себе выписать. Иммигрант, что ли? Стар, конечно, но зато смотри, как смотрит. В Хитро? А Наталья Иванова звонила, говорит, что через 5 минут будет. 5 минут? Ёлки. Надо ж бирки срезать с одежды до приезда в аэропорт. Ой. А вы чего стоите? Больше, чем на 100 миструсиков вывозить нельзя. Чё-то я такого правила не слышала. О, ну заплатишь двойной налог, услышишь. Проверяют. Вы кто? Сначала вы меня подставляете, а теперь делаете вид, что вы меня не знаете, да? У нее тоже голяк русского подцепила. Вы знаете, за свои деньги я рассчитывала получить Пола, а получила Пашу. Я думала, что вы следите за такими формальностями. Фамилия ваша? Загорская. Thank you.
Да, Акимов, слушай. Геннадий Вадимович. Теряю навык. Не уследил за вашим молодым человеком. Что? Как? Все чемоданы переброшили. То есть сначала вы меня толкаете в объятия ростовского неудачника, а потом делаете вид, что видите меня впервые в жизни. Это очень удобно. Знаете, вам повезло. Скажите спасибо, что я не настроена скандалить. Так, так, так. Иначе вас... Хватит. Потом разберемся. Девочки, идите, присаживайтесь. Рассаживайтесь. И в темпе. Регистрация на рейс скоро откроется. У меня на всех места не хватит. Да уж, организация у них на высоте. А меня не волнует. Мне надоел этот чертов Лондон. Я валю отсюда. Так, успокойтесь. Хватит. Мы что-нибудь придумаем. Послушайте, у меня есть прекрасное предложение. Что, если мы поедем здесь, а чемоданы поедут вон там? Ну и где они? А вы мне его еще в женихи предлагали. В квартире газ больше у нас. Ручка есть? Есть, целых две. Есть? Ха-ха-ха-ха! Осторожно. Отвар шиповника от давления. Будешь? Нет, я не люблю шиповник. Да. Привет, дорогая. А, тоже хорошо, понятно, не знаю. Нашла кардиган? Нет, но... Перезвоню. Алло, алло. Извините, похоже, ничего у нас не выйдет. Не понимаю, вы нашли просроченные товары? Не нашел. Но там везде лактоза. Это детское молочное питание. Да, но у моих детей аллергия на лактозу. Я не буду платить за то, что приносит вред. Послушайте, вы развратили этот склад. Благотворительность – дело сугубо добровольное. Никто вас не заставит подписать чек. Но коль скоро вы предлагали помощь, вы хоть уберите за собой. У меня для этого нет подходящих навыков. Я меценат. Такие ничего не умеют. Привет. Как поживаете, парни? Я отлично. Спасибо. Последний раз в жизни запираю что-либо на электронный замок. Да. О, испортил кресло, слава богу. Каюсь. Как-то не ожидал хулиганских замашек от программиста Ботана. Хитро устроить короткое замыкание, чтобы отключить защиту. Вам бы не Михаила дрессировать, а присмотреться к его братцу. М? Найдем, присмотрюсь. Найдете. Метка остается в организме в течение 30 часов. Последний прием пищи был не позднее 8 часов назад. Вижу. Сигнал усиливается. Я всегда знал, что под личиной благотворительности скрываются упыри и душегубы. Отличный фонарь. Ау. Тебе идет. Выгляжу мужественно, да? Крайне. Да ладно,
Да эти англичане сам свой язык не знают, а хотят, чтобы другие все учили. Что у тебя там? Я все правильно написал, а этот богомерзкий компьютер пишет, что неправильно. Дай взглянуть. Мерзкая погода, отвратительная еда, дурацкий язык и сломанные компьютеры. Welcome to London. Ну вот, опять неправильно. Степа, ты вместо «о» набираешь нолик. Посмотри, они же расположены очень близко на клавиатуре. Но только это «о», а это «ноль». Ну, пишутся-то они одинаково. Ну и что? Ну, это буква, а это цифра. Компьютер же не знает, что вы хотите написать, букву или цифру. Вот это ошибка. Ребята, сейчас я... Эй, не целуй мою девушку, когда я лежу раненый, без сил. Хотел написать букву, а написал цифру. Или наоборот, неважно. Это порядковые номера букв. Текст вообще не важен. Детские шифры, блин, идиот. Ну, почему мы? Ты? Так, осталось понять, что это за цифры. Я проверила. Это форма маркировки почты в нашем посольстве. И еще форма записи шуток на абашорге, но я думаю, тебе это не подходит. А ты давно догадалась? Ты же сам сказал, детский шифр. А почему ты сразу не сказала? Всегда же интереснее самому догадаться. Санечек. Но тут не каждый решает отдельно свою задачку. Мы ее решаем вместе. И кто первый молодец, тот и говорит всем ответ. Это-то ясно. Окей? Ты мог сказать это сразу. Но ты сказал искать хэштег. Если вы хотите знать мое мнение, то сдавайте соответствующий алгоритм. Я так работаю. Долбанный робот в моем платье. Пикадилли, это здесь за углом. Эй, извините. Прошу прощения, сэр. Мне уже не по возрасту это лондонское сафари. В следующий раз биометку подмешивайте паралитическое. Вот он, держите. Вы должны заплатить, или я вызову полицию. Не нужно полицию, я заплачу. Он сумасшедший какой-то. Вы правы. Вот деньги. Извините. Да. Куликов не по телефону. Ты в агентстве? Я скоро буду. Ребята, мы такие большие молодцы. Поэтому давайте сегодня не будем тупить в экраны мониторов, а пойдем и отпразднуем это все в лес. Обед доделать надо. Ну, отпразднуем и закончим. А куда они все собираются? В ресторан. Тебе очень понравится. Пойдем. Мне не понравится. Лучше пиццу закажу. Я с таким украшением в ресторан не пойду, Майкл. Ребят, ну я вас что, так часто о чем-то прошу? Да, очень. Пожалуйста. Сходите в ресторан. У меня так от вас голова болит. Выздоравливай. Угу. Мясо в горшочке, форель, мистер Бонд. А мне борщ. Смешать, но не сбалтывать, понятно. Со льдом? Чего вам всем так сегодня весело, а? Да нисколько. А с вами мы еще не знакомы. Гамбургер. Здесь я предложил познакомиться. Я буду гамбургер, только быстро. А быстро не получится. 10 минут готовить. Вы
кунжут по зернышку на булочку приклеивать. Ну, типа того. Это что это было? Александра. Ой, извините. Она хорошая, на самом деле. Hello, Mr. Мистер Андерсон? О, oh, yes, yes. Уже лучше, спасибо. What... В смысле, вам очень жаль? Ну, это у меня наследственное. But, you know, не так, чтобы серьезное заболевание. Просто звучит yes. страшновато. Okay. Отлично, спасибо. I will be there. Завтра tomorrow. Я у вас. Yes. Thank you, что случилось? Мне нужно досчитать до 986, чтобы хотя бы немножко успокоиться. Случилось что-то. Какой диагноз ты отправила моему преподу, а? У меня на выбор было два. Эбола, 87% упоминаний в гугле при вводе слова «диагноз». И вегетососудистая дистония, самая популярная в рынке. Что это? Ну, какая тебе разница? Да большая разница, мне теперь с этим жить. И мне нужно, чтобы меня не заподозрили в подлоге. Не за что. Вы... не можете здесь есть это. Окей, на улице Пэм. Чё за кобздец? Даже не пытайся этого понять. Я тебе обещал, Родина в долгу не останется. Я правильно понимаю, что это кровь? Ну, с философской точки зрения, на деньгах всегда кровь. Что это за конверт? Это деньги нашего агента. Он не справился. А вам не кажется, что надо было предупредить, что мои люди серьезно рискуют? А ты всерьез считаешь, что я работаю в начальной школе? Мне всерьез жалко, что я вилку с утра в глаз не воткнул. Где мой брат? Ты потратил почти 10 часов на решение задачки, которая по сложности сравнима с кроссвордом в газете. Серьезно? А вы что сделали? Ну, для начала изъял груз из нашей депочты. Потом выяснил, кто его отправил и кто должен был забрать. Добрый вечер. Это я сделал домашнее задание. Молодец.
Может, я ключи все-таки оставлю? Когда-нибудь обязательно оставишь. Представляешь, я пробил Михаила по системе авиационного и железнодорожного бронирования. Оказывается, ни в какую Мексику он не ездил. Зачем тогда весь этот цирк и зачем деньги? А мне понравилось, с какой страстью ты ломанулся решать эту задачу. Вы помните, что вы шантажируете меня Павлом и Алисой? Ну, теперь самому было интересно. Я прав? Я знаю, что прав. Нет, не прав. Вы чертов псих. Где мой брат? Пока так. Что это? Пригодится. А Паша? Завтра.